Всем привет! Сегодня будет коротенькое видео. Это у нас чеснокодавка. Еще одна чеснокодавка. Я покупал уже одну чеснокодавку и на Алиэкспресс. И она сломалась через некоторое время. Сломалась. Вот здесь вот так ручка сломалась у нее. И поэтому решил выбрать. Написал продавцу об этом, но на Алиэкспресс. Но продавец начал морозиться, и мне пришлось, то есть, ну, он не отвечал мне и так далее. Для диспута я уже опоздал там на 2 или 3 дня, то есть, ну, она сломалась не сразу, и для диспута я опоздал на 2-3 дня. Не совсем были синхронизированы вот эти вот дырочки с той чеснокодавки, и поэтому она не попала в дырочку, и когда давили сильно, она сломалась. По диспуту я на Алиэкспресс не успел, то есть опоздал на 2 или 3 дня, и я написал продавцу, подождал еще 2-3 дня, продавец сказал, продавец вообще морозился, и так до сих пор и не ответил. Ну, я написал в Алиэкспресс, Алиэкспресс тоже не сразу мне пошли навстречу, но со второго или третьего раза, то есть они мне пообещали, мы напишем продавцу, он с вами свяжется. Я потом еще раз им написал, они вот, раз не связали, мы ускорим, мы типа усложним, сделаем втык продавцу. Вот, и на третий раз я уже когда написал, они сказали, у нас заявка на возврат вам денег, то есть ожидайте, возврат денег будет скоро. Чеснокодавка мне очень нравится, эта вот, которая пришла, дырочки вот синхронизированы, то есть сделано все из металла, и металл немного он... Вот здесь ручка, она немного пружинит. Вот, но я надеюсь, что она не сломается. Вроде как бы, да, все сделано очень качественно. И давайте попробуем, возьмем чесночок и попробуем. Чесночок вставляем. И, кстати, она даже работает лучше, чем та, которую я покупал на Алиэкспрессе. Сразу выдавила, практически не осталось ничего внутри. Вот, немножко. Пленочка только там осталась. Сеточка. Вот, отличная чеснокодавка. Можно смело брать. Вот, на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!